отправимся сейчас. Закатный путь. Она где-то на этой шаткой дорожке. Закатный путь. До катастрофы это было чудесное место для прогулок. Окей. Повышение уровня увеличит максимальное здоровье. Да, это значит, мы тогда уровень поднял. Влюбленные пары часто гуляли по закатному пути, но парень сюда не развлекаться пришел. Естественно. Но вдруг кто-то добрался до ядра раньше парня. Интересно, кто это мог быть? Есть еще живые. Пол начал обваливаться даже от легчайшей поступи. Любая испуганная брызгала могла развалиться тут все на части. Упс, чуть не упал. Надо валить. Осколки старого мира падают с неба. Надо спешить. Путь теперь закрыт для посетителей. Сработала охранная система. Видишь ли, путь предназначался для спокойных прогулок. Так я тоже спокойно гуляю, чё? Небесные мосты соединяют загадный путь воедино. О, один из этих мостов перебросил парня. Так, там подзорная труба, так не упасть бы. Он нашел подзорную трубу вроде тех, что используют для наблюдения за звездами. Бронзовая подзорная труба. Путешествия по воздуху всегда были сомнительны. Да ты сдохни. Катастрофа изменила все, даже то, куда дует ветер. Да, я многое не собрал, но ладно, пофиг. Ух ты какой. Ты что делаешь? Так, фонтанчик, нормально. Что ж, если бы в былые времена мы управляли ветрами, то что-то там случилось бы. Но вопрос в том, что... Упс, не упасть было, не упасть. Кто еще мог забрать ядро? Нет, меня тоже это... Задаюсь этим вопросом. Ух ты. Что ж, его взял не выживший. Это был мусороглот. Ну-ка дай мне ведро. Мусороглот сел его по ошибке. Не повезло, в отличие от парня, ядро уже не вернуть. Как так? И что делать? Я что, без ядра вернуть, что ли? Ну ладно. Знаю, что они раньше отправили боеприпасов вниз по пути. Самое время найти их. Граната. Он был не клуб, так что кидал их подальше от себя. Нормально. Что-то закаленное. Так что это? Ты
Даже газ вам нужен сон время от времени. Они становятся крайне раздражительными, если их будет. Ах, не знаете вы, какой я раздражительный, когда меня будет. Так что сдохните. Что, мы возвращаемся? Я ничего не звоню. Ну ладно, возвращаемся. При всем при этом парень возвращается все к тому же мучающему его вопросу. Кто еще смог пережить катастрофу? Что, только вдвоем? Как-то не верится. Некоторое дальнобойное оружие можно перезарядить вручную, нажав кнопку R. Ну и что, он не нашел ядро в этот раз? Это нас не остановит. Ты где, старик? Брызга. Мы всегда могли видеть звезды, мы просто никогда не могли до них достать. Неважно, как высоко мы смотрим. Так, что-то у нас тут есть в кузнице. Что-то закаленное для какого-то неоткрытого оружия. Для использования это найдите подходящее оружие. Понятно. Винокурня еще. Понятно, погнали дальше.